Здравствуйте! Сегодня мы приготовим очень вкусный и сытный салатик с куриным филе. Для этого нам понадобится куриное филе. У меня здесь 0,5 килограмма. Я его отварила полчаса в подсоленной воде и порезала вот такими небольшими кубиками. Также нам понадобится корейская морковка, где-то примерно так же 0,5 килограмма, но четких пропорций нету. И грибочки. Это шампиньоны у меня были свежие. Я их помыла, порезала вот такими небольшими кусочками и обжарила на сковороде буквально несколько минут на растительном масле. Также подсолила и поперчила. То есть ингредиенты я все приготовила заранее. Итак, в удобную емкость отправляем куриное филе, порезанное кубиками. Также корейская морковка. И шампиньоны. То есть четких пропорций нету. Вы можете по 200 грамм каждого ингредиента и сделать на одну порцию. Или же по килограмму. То есть все по вашему усмотрению. Солим по вкусу. Много солить не будем. Лучше попробовать, потом досолить. И добавляем обычный майонез. Так, сейчас аккуратно выжмем. Майонез также по вашему усмотрению. Добавим немного, перемешаем и посмотрим, или нужно еще, или будем еще добавлять, или же нет. Салат у меня получилось на несколько порций, видите, довольно-таки много. Хотите меньше салата, меньше берите ингредиентов. Больше, берите больше ингредиентов. Можете там килограмм грибов взять, также корейской морковки, также филейки. То есть все по вашему желанию и по усмотрению. Вот. Хорошо вымешиваем. Ну вот. Салатик я хорошо вымешала. Салатик готовый. Если заранее приготовить ингредиенты, то салатик делается очень быстро. Салатик получается очень вкусный и сытный, поскольку здесь есть и куриное филе, и грибочки. Попробуйте. Приятного всем аппетита!